Ну что ж, наши спецгости закончились, но не закончились наши награды, поэтому я призываю на эту сцену организатора данного мероприятия Рэй! Всем привет! А можно свет немножечко, чтобы не в глаза был? А лучше осветить именно вот моих любимых участников, зрителей, если они здесь остались, чтобы я их видела. Супер, спасибо большое. Ребят, во-первых, всем большое спасибо, что пришли вчера, сегодня, что устроили всем это шоу. Каждый фестиваль я не устану вас благодарить за это. И спасибо, что остались до конца, несмотря на то, что сейчас уже очень много времени, вы это выстояли, вы прям мои герои. Поэтому спасибо, спасибо вам огромное всем. Я не буду вас задерживать, я сразу начну награждение. Сразу предупрежу, у нас много призов. Потому что мы экспериментировали, мы вводили новые номинации, которые, я думаю, понравились. Я надеюсь, что они вам понравились. Ну вот, как бы первый блин комом, но начнем. Первая номинация – фан-арт. Третье место – Афернал, замерзающий. Да, в этот раз я подготовила вам сразу работы, чтобы вы могли на них посмотреть. Это передаст? Да, я знаю, что ты не Афернал, но что ж. Наши поздравления ей. Тем временем награждаем второе место. Аймики. Причина – атака титанов. Аймики есть? Так, бегут. Ждем. Пока ждем. Давайте я получу обратную связь. Как вам работа? Суперская, верно? А вот теперь можно аплодировать. Поздравляем тебя. Зал признал. Суперская работа. Дорогие мои ведущие, можно выходить немножечко заранее, чтобы не заставлять ждать. Первое место фан-арт Ака Хуачен, благословение небожителей. Ака есть в зале? Аса, прошу прощения, Аса, я теперь запомню на всю жизнь, что он Аса. Нету, да? Но мы передадим. Теперь выбор оргкомитета в номинации фан-арт Сура Даньхэн. Сура, есть? Если есть, помахай. О, вижу. Поздравляем тебя. Давай беги ко мне, скорее получаем. Ныряй. Спасибо вам большое, чудесная работа. Мы переходим к следующей номинации. Это Original Art. Третье место. Люцифер, белый дракон лотоса. Бежит. Поздравляем тебя. Медальку, да, не забываем. Грамотку. Второе место. Меркури. Космическая дева. Есть? Нет, передадим. Сейчас бы раздел нашего жюри. Первое место. Original Art. Лили Бан, стреляй в цель. Я знаю, я видела ее сегодня, да. Поздравляю тебя. Спасибо большое. В номинации Original Art выбор оргкомитета Римон перед полем.
Поздравляем тебя! Медалька, грамотка, ничего не забываем. Спасибо большое. Молодец. Мы переходим к номинации Anikon Art. Третье место. Lexa New Year's Magic. Бежит. Давайте договоримся, вот участники, чтобы вас не разворачивали каждый раз. Ко мне на сцену бежим через средний проход. Со сцены можно уходить через боковые, окей? Супер, я знал, что вы лучше у меня. Поздравляем. Аплодисменты. Вас так много, а почему хлопают, не знаю, 1/10? Не позорьте меня. Итак, второе место. Anikon Art. Римон, растворяясь в манге. Еще раз поздравляю тебя. Молодец. Спасибо большое. За первое место в номинации Anikon Art награждаем Меркари, зимняя лисичка. Похоже, да, похоже. Так, Меркари нет, да? Да, нет, нет, да? Нет. Я, понимаете, у меня память рыбки. Я уже не помню ничего. Так, а выбор оргкомитета в номинации Anikon Art также уходит Меркари, зимняя лисичка. Но мы все передадим, призы не потеряются. Переходим к фотокосплею. Аниме и фэндом фотокосплей. Третье место. Угаров Игорь, Лига Легенд. Если Игорь или его передаст ты в зале. Игорь, молодец, 100%. Но мы передадим. А второе место. Сабрина Мононоке. Опа, опа. Беги к нам, ныряй скорее. Поздравляем. Не забывай грамотку. Спасибо большое. А теперь мы переходим к первому месту в аниме и фэндом фотокосплее. Лави Аф, DC Comics. Есть? Ура! Бежут! 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 Люди бежут! Поздравляем тебя, молодец! Аккуратней! Не-не-не, все нормально. Лави, молодец! Спасибо большое! Итак, аниме и фэндом фотокосплей. Выбор оргкомитета. Дьявуль, Мора, очень приятно, Бог. Ребята, есть? Это к нам. Вы к нам? Мы к вам. Хорошо, я вас жду. Поздравляем вас, чудесные работы. Медальку не забываем. Еще раз поздравляем, аплодисменты. Переходим к номинации Christmas фотокосплей. И за третье место награждается Алекс Ураборос, новогодний образ Эльвиры. Поздравляем тебя. Сейчас мы справимся. Кто в нас не верит, тот не прав. Победа! Не забывай грамотку, пожалуйста. Второе место. Christmas фотокосплей награждается Каваицу. Есть? Есть. Бежит. Ждем. Зачем так глубоко засаживаться в зал? Вы же все знаете, что вы все победители тут. Садитесь к краешку поближе. Поздравляем тебя! Второе место.
Спасибо большое. Первое место достается Мэри Лафер, Золушка. Мэри Лафер есть? Нету, передадим. Выбор оргкомитета, не убегай далеко, Каваицу. Молодец, чудесные работы, все заценили. Еще раз тебя поздравляю. А, фотограф, это фотограф, ребята. Но фотограф тоже, конечно, это заслуженный победитель в данной номинации. Так. Следующая номинация – Digital Photo Cosplay. Третье место – Mercury Genshin Impact. Ее нет, я правильно запомнила, да? Но мы передадим. Второе место – Thundercake – Благословение небожителей. Thundercake есть? Тоже нету, передадим. Первое место – Fairly. Я не прочитаю, помогите мне. Нейро автоматика, да? Нир, правильно? Спасибо. Есть? Фейрли? Нету, передадим. А теперь выбор оргкомитета. Сикс Алена, Сильмариллион. Передадим. Как конвейер пошло, заметили, да? Вот, передадим, передадим. Надеюсь, что следующий участник здесь, в зале. Мы переходим к номинации Anikon Handmade. Ребята делают своими руками потрясающие поделки. Выбор жюри Каори Тасагаре, Лиса Шарик. Мы потом в группу обязательно все фотографии выложим. Поздравляем тебя. Спасибо большое, чудесный Лиса Шарик, который теперь будет на нашей новогодней аниконовской елке. Выбор оргкомитета в номинации Anikon Handmade. Лан Лин, первый снег. Лан Лин есть? Передадут. Здесь. Это ты. Беги к нам скорее тогда. Аплодисменты. Поздравляем тебя. Достойная работа. Да, медальку тоже надо надеть. Не забываем грамотку. Спасибо большое еще раз. Наша следующая номинация – это АМВ ФМВ. За третье место награждается Каэн Доджи Хо. Кимецу но Яйба. Есть? Передадим. Второе место АМВ. Нейдрал. Нейдрал, если я правильно прочитала. Нейдрал есть? Если есть, помахай. Да, отлично. Работа называется Say Goodbye. Фэндом, если я сейчас правильно прочитаю. Юкоку но Мориарти. Да. Поздравляю тебя. Второе место. Спасибо большое. Первое место достается участнику, который участвует у нас не первый раз, и каждый раз забирает какие-то призы, а я все не могу выучить, куда ставится ударение. Доска, доска, Аркейн. Есть? Сегодня не приехал? Как жаль. Выбор зрителей, выбор зала в номинации АМВ, ФМВ, Люцифер, Аниме Микс. Это все скуднее и скуднее. Вы устаете, признайтесь честно, хлопать? Вот я вижу, что галерка, она старается, а первые ряды такие, ну, что-то как-то, а? Мы устали, да? Как скажете. Переходим к номинации «Видеокосплей». Выбор жюри и выбор зрителей пал на одну работу. «Фрост Арт. Охота на лисицу». Есть кто-нибудь? Нету, передадим. Переходим к номинации «Караоке». Готовы? Третье место в номинации «Азия Сонг» Акико. Какусей промаржи?
Эй, ну, видимо, ее нет, но мы все передадим. Второе место — Александрина Санита. Нечитаемое корейское название. Саша, молодец, беги к нам. Ну, можно и так, да? Поздравляем тебя, молодец. Да, медальку не забывайте, а то будет обидно. Итак, первое место в номинации «Азия Сонг» — Ани Уайт, «Ката Цубаса Нотори». Да, Ани здесь. Чуть-чуть придется подождать, человек опять сел в середину, как они это любят делать. Сейчас чуть-чуть еще подождем, еще чуть-чуть. Хлопать, приветствовать. Победитель, первое место в номинации «Азия Сонг». С победой тебя. Спасибо большое. Первое место. Выбор зрителей в номинации «Азия Сонг» — Эншпилевские, Урагири но Юяке, Дурарарара. Дурарара. Три. Поздравляем вас! Молодец! Молодцы даже! Целая команда! Минутка радости, как же мы можем это запретить? У меня есть еще один победитель в этой номинации. Это человек, который приходил к нам очень много лет. Каждый фестиваль он совершенствовался в вокале. Он приходил и не сдавался несколько лет подряд. И, наконец, он попал на этот фестиваль. Специальный приз от оргкомитета вручается Юджи, Юки Нохана. Юджи есть? Нету? Какой жаль. Ну хорошо, передадим. Мы переходим к номинации World Song. Третье место — Дзею, Insane. Извините, что я так спешу. Может быть, кому-то покажется, что я очень быстро читаю, спешу, тороплю. Но я просто понимаю, что вы все очень хотите домой. Я ведь прав? Поздравляю тебя. Молодец! За второе место номинации World Song награждается Мэй, ария «Асоль». Я построю маяк до неба из мюзикла «Алые паруса». Поздравляем тебя, второе место! Не забываем. Спасибо большое. Мы переходим к первому месту. Номинация World Song. Хисана! The villain I appear to be. Поздравляем тебя. Спасибо большое. Выход через... Да, вот туда. Выбор зрителей — номинация World Song. Асами, Макфлай, дуэт Петра и Софьи. Петр, Софья, пожалуйста, поздравляем вас! Мы переходим к номинации My Song. Выбор жюри — Висанди, Ковбой Бибоп. Я пристально слежу, к нам ли это идут. Нам не махают. Что же делать? Ну это к нам. Намахают! Все, Висанди, аплодисменты! Выбор жюри, победитель номинации.
Спасибо большое! У нас есть также выбор зрителей в этой номинации. My Song, Джу, еще одна жестокая любовь. Поздравляем тебя! Вот она, жестокая любовь. Поздравляем вас, вы суперумнички. А мы тем временем переходим к номинациям дефиле. Третье место. Айдол дефиле. Очередные мюзикловые. Мюзикл Дракула. Поздравляем вас. Третье место. Все, спасибо большое. Переходим ко второму месту. Масуй, Кёя, Буги и Такаши. Есть ребятки? Нету? Есть. О, вот они, вот они. Поздравляем вас. Ныряем сразу в медальку. Айдол дефиле первое место. Иди ко мне. Даламар черный, даламар первый, Грисанья и Рейслин. Das Musical. Поздравляем вас. Первое место. Супер умнички. Спасибо вам огромное. Супер умнички. А знаете почему? Потому что выбор зрителей тоже их. Das Musical. Поздравляем, двойная победа. Спасибо вам огромное. Поздравляем. И мы плавно перетекаем к номинации Чиби дефиле. У нас здесь есть участники Чиби дефиле еще? Здесь? Здесь сидят? Котики здесь? Ну что? Готовьтесь получать свои призы. Выбор жюри. Королева Соня, принцесса Рапунцель. Поздравляем тебя. Это все твое. Молодец, чудесное выступление. Выбор зрителей в номинации Чиби дефиле. Клишка, Хутава, Кли и Хутао. Зрители проголосовали за вас, вы лучшие, по их мнению. Поздравляем вас. Кому грамоту, кому медаль. Спасибо большое, вы чудесные. Спасибо большое. Мы переходим к следующему участнику. Выбор оргкомитета в номинации Чиби дефиле. Гамми Кос Аянами Рэй. Есть? Я знаю, ты не она. Я тебе не отдам ничего. Передаст, конечно. Поздравьте ее от нас. Кроме того, есть специальный приз от всего оргкомитета. Чиби дефиле Лан. Клан Лан. Есть кто-нибудь? Нету, передадим. Итак, следующая номинация. Fun Original Дефиле. Третье место. Акацки Косбенд. Японские мифы из Казани. Поздравляем, третье место. Прекрасные костюмы, чудесное выступление. Вот такие молодцы. За второе место награждается номинация Fun Original Дефиле. Not Ginger Fox, Just Cherry, Fukuro Eve, Disney, Twisted Wonderland. Поздравляем вас, второе место. Держите.
Кому-то медаль, кому-то грамота, кому-то нет, не дам. Большие молодцы, спасибо вам. Так, аккуратней, да-да-да. Еще немножечко аплодисментов, а мы тем временем награждаем первое место в номинации Fun Original Defile. Minako The Secret Garden. Иди к нам скорее сюда, заслуженно. Первое место в номинации. Поздравляем тебя. Мы переходим к выбору зрителей в номинации Fun Original Defile. Хикару, невероятные приключения Джоджо. Бегут. Бегут. Поздравляем вас. Выбор зрителей ваш. Еще раз спасибо огромное. Тем временем мы переходим к номинации Genshin Defile. Третье место. Косдуэт Кай и Герт, Данслейв и Итер. Вот это поддержка зала, я понимаю, это супер. Поздравляю вас. Медальку, да, не забываем. Поздравляем вас, спасибо еще раз. Второе место Genshin Defile. Токей, Тишка, Датторе и Панталоне. Молодцы, суперское выступление. Очень красиво, очень атмосферно. Поздравляем. Не забываем грамоту. Первое место в номинации, по мнению жюри, занимают Джуюно Цубаса, Митачурлы. Митачурл огненным топором и с каменным щитом. Поздравляем вас! Спасибо вам большое! Молодцы! Хорошее очень выступление было. Переходим к выбору зрителей номинации Genshin Defile. Ришио, Загорецкая, Данслейв и Люмин. Победители по мнению зала. Поздравляем вас. Спасибо вам большое. Мы выяснили, кто у нас победитель по мнению жюри, выяснили, кто победитель по мнению зала, но еще не выяснили, кто победитель по мнению оргкомитета. Я большой фанат игры, поэтому мне можно. Манулис и Лисяо, Джун Ли и Гуйджун. Первое место по мнению оргкомитета. Передаст наше поздравление, тоже передайте, пожалуйста. Переносимся. Угу. Переносимся к номинации China Defile, китайское дефиле. Третье место. Джу, Загорецкая, Цижун и Сюаньцзи. Поздравляем вас! Спасибо вам большое, чудесный номер. Ныряем. Тебе тогда грамоту. Молодцы! Второе место занимают Алекс Ураборос, Киоши и Акулы. Благословение небожителей! Очень по-черноводовски, спасибо.
Поздравляем вас! Коллега не вышла, но что ж, она многое пропускает. Спасибо большое! Китайское дефиле, первое место. Лисяндр, Сай, Селянь и Хуачен. Благословение небожителей. Поздравляем вас. Медальку выбирайте кому. А кому грамоту? Пожалуйста. Молодцы и красава, кричат из-за кулис. Ну, это правильно, ладно. Нет, далеко не уходите. Выбор зрителей. Лисяндр, Сай. Благословение небожителей. Двойная победа. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Кроме того, у нас есть выбор оргкомитета. По мнению оргсостава, первое место должны занимают Эрнестис и Ришо Хаски и его учитель Белый Кот. А вот и они. Молодцы. Поздравляем с победой. С очередной. Спасибо вам большое. Мы переходим к номинации Street Fashion Дефиле. Выбор жюри. Дарси, RCL, Свит Лолита и Готик Лолита. Не будем далеко ходить. Выбор зрителей вам же. Поздравляю. Раз. Давайте, да, все вам отдадим. Все разбирайте. Суперские молодцы. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты, ребята. Номинация Ру Дефиле, третье место. Есений, Антон Петров, Зайчик. Поздравляем. Так, медалька, ныряй. Спасибо большое. Второе место в номинации занимает Нейлфис, Шамаханская царица. Беги, 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 беги к нам. Тебя. Только не забудь А, зачем ему грамоту? Зачем, правда? Ну зачем? Спасибо большое. Первое место в номинации Ру Дефиле занимают предвестники дедлайна, бременские музыканты. Кто видел? Понравилось? Ну еще бы. Поздравляем вас. Молодцы! Первое место. Выбор зрителей в номинации Ру Дефиле уходит. Нейлфис, Шамаханская царица. Признайся, ты была не подготовлена к этому. Раз опять ушла в середину. Поздравляем тебя, и выбор зрителей тоже твой. Еще одна медалька, ныряй. Мы переходим к номинации Christmas Дефиле. Третье место. Джейн Уолкер, Love Life School Idol Festival. К нам. Говорят, к нам. Говорят, к нам. Ну, мы тогда ждем. Нам помахали. Ей.
Потрясающая шапка. Мне нравится шапка. Ребята, зацените шапку. Поздравляем, 3-е место Christmas дефиле. Спасибо большое. Christmas дефиле, 2-е место Хора, Show by Rock. Да, здесь. Поздравляем тебя. В медальку тоже не забывай. Молодец, спасибо большое. 1-е место в номинации Christmas дефиле. Не свет, Юрий он айс. Снова же в середине, да? Я же правильно вижу. Ребята, вы садитесь в середину, потому что не верите в себя или что? Почему это происходит? Молодец, беги сюда скорее. Может, сразу с разбегу в медаль? Где медаль? Давай. Поздравляем тебя. Чудесное выступление. Грамотку не забудь. Выбор зрителей в номинации Christmas дефиле. Party like a Russian. Новогодний стол, оливьешечка и шелёдка под шубой. Первое место по мнению зрителей. Поздравляем вас. 1-е место по мнению оргкомитета. Party like a Russian. Новогодний стол. Поздравляем. Переходим к номинации Game дефиле. За 3-е место награждается серый кардинал. Identity We. Или Five. Кто как называет. Бегут. Бегут. Поздравляем вас. Спасибо большое. Молодцы. Обнимашки – это святое. Переходим ко 2-му месту в номинации Game дефиле. Кожедед Симон Хейтс. Стетя, поздравляем вас! Спасибо большое за чудесный номер. Место гейм-дефиле Зияко Дель Мадо, Хангай Стар Рейл. Бегут, плачут, разворачиваются, уходят. Снова бегут и плачут. Поздравляем вас, 1-е место гейм-дефиле. Аккуратненько, так. Кому? Здесь рожки рожек нет, ну ладно. Спасибо вам огромное. У нас также есть выбор зрителей в номинации Game дефиле. Киана, Эд Ребеллион, Жека Базаров, Чира, Петит Лолита, Ханкай Стар Рейл. Это выбор зрителей, 1-е место. Поздравляем вас. Спасибо большое. Следующая наша номинация в дефиле, фэндом дефиле. Крия Крей, Дом Совы. 3-е место в номинации фэндом дефиле. К нам. Ура! Помахали. Я так счастлива. С реквизитом, ребята, с реквизитом. Спасибо большое.
Не забывайте, пожалуйста, почему никто не хочет ко мне подойти и забрать грамоту? Я такой страшный, признавайтесь. Спасибо большое. Номинация «Фэндом дефиле» второе место. Каори Тасагаре, Андрей Ивин, «Похождение императора». Суперское выступление, вот, большие молодцы. Молодцы, поздравляем вас! Первое место в номинации «Фэндом дефиле» Итори Рейн, Зира, труп невесты. Поздравляем вас! Реверансы, поздравления, обнимашки, все это присутствует. Сидит спиной, ничего не подозревает. Выбор зрителей в номинации «Фэндом дефиле». Каори Тасагаре, Андрей Ивин. Похождение императора. Поздравляем еще раз. Очуметь. Супер. Вы суперские, спасибо большое. Номинация «Фэндом дефиле», выбор оргкомитета, «Дьявуль», отель «Хазбин». Я думал, вы уже за отелем «Хазбин» бежите. Поздравляем вас. Это лучший номер, по мнению оргкомитета. Еще раз поздравляем, аплодисменты. Мы переходим к номинации «Одиночное аниме-дефиле». Третье место. Текила Кира, Ханжи Зоя, Атака Титанов. Туть. Да-да-да, это она, это к нам. Молодец! Зал уже начал скандировать. Человек еще не поднялся на сцену. Вы суперские! Еще столько же поддержки каждому участнику. Спасибо большое, поздравляю с победой тебя. Второе место в номинации «Одиночное аниме-дефиле». Ну да, конечно, давайте, давайте. Просто все давайте одновременно покажем на него пальцем. Андрей Ивин, Гало. Да, Андрей сидит очень близко, Андрей что-то знает. Поздравляем тебя. Это не нам спасибо, это жюри. Первое место, номинация «Одиночное аниме-дефиле», Алинка, Рокси Мигурдия, «Реинкарнация безработного. История о приключениях в другом мире». Вы к нам? Помахайте мне. Ура! Вы к нам! Первое место! «Одиночное аниме-дефиле». Поздравляем тебя! С победой! Поздравляем! Поздравляем один раз, поздравляем второй раз. Выбор зрителей, Алинка. Еще, еще, забери все, забери все. Поздравляем тебя, молодец. Спасибо. Итак, групповое аниме-дефиле, третье место. Гринч, Клинок, Есений, Корвус, Темный дворецкий. Поздравляем! Спасибо.
Молодцы. Поздравляем. Второе место в номинации групповое аниме-дефиле. Умереть не стать. Джоджа. Приключения Джоджа. Сокращу. Нет, не сокращу. Джоджо но Кимиона Боукен Парт 7 Steel Ball Run. Снова поздравляю. Умнички. Первое место в номинации групповое аниме дефиле. Что-то у меня здесь с микрофоном. Первое место и выбор зрителей. Акари Дэйн, Ревнир. Да. Датли Джевил. Правильно? Невероятные приключения Джоджо. Поздравляем вас. Каждому по грамотке, каждому по пакетику и каждому по медальке. Поздравляем вас, умнички! Следующая номинация – Dance Show. Третье место – Double Speed, Slay, Everglow. Нету? Как это, дэнса нету? Вот это сюрприз. Передадим. Бегут. Второе место номинации Dance Show SDS. This World, ATIS. Да, началась движуха, не могу понять, кто к нам, кто еще куда-то, но да ладно. SDS. Второе место, дэнс-шоу. Еще раз аплодисменты. Мы ждали лидера, видимо. Поздравляем вас. Дэнс-шоу первое место, 13:37. Киберпанк, 80s. Кто-то бежит, но почему-то один. Представитель передаст. Поздравляем. Выбор зрителей номинации Dance Show. SDS, This World, 80s. Да, придется еще побегать туда-сюда. Поздравляем вас. Спасибо большое за чудесный номер. Поздравляем, молодцы, дэнс-шоу, выбор зрителей. Мы переходим к номинации... Что ты мне принес? Ты пошел вон отсюда. Косплей-сценку неси. Косплей-сценку мне! Спасибо большое. Переходим к номинации «Косплей-сценка». Третье место. «Предвестники дедлайна» Pet Shop of Horrors. Не все дожили до конца, я смотрю. Поздравляем вас. А, они просто еще идут. А что, мимо? Мимо нас? Ну ладно, господи. А нет. Все? Все? Можно вручать? Пожалуйста, поздравляем вас. Спасибо большое. Остальные смутились, сбежали. Второе место в номинации «Косплей-сценка» «Das Musical», «Musical Can-Can». Поздравляем вас! С победой вас! Поздравляю еще раз! Умнички!
место в номинации «Косплей-сценка». Last Surprise, адский босс. Поздравляем вас, первое место. Вам спасибо. Очень классная сценка. Мы переходим к выбору зрителей номинации «Косплей-сценка». Предвестники дедлайна «Pet Shop of Horrors». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В прошлый раз было не столько, вы меня обманываете. Поздравляем вас, выбор зрителей. Спасибо большое. А мы тем временем потихоньку, тихо, верно, упорно переходим к номинации «Мини-экшен». Третье место. Я еще никого не назвала, вы че? Третье место. Очень много хуаляний. Поздравляем вас! Можно подходить, мы не кусаемся, мы наоборот, мы добрые. Поздравляю еще раз! Стандартом. Мы переходим ко второму месту номинации «Мини-экшен» «Чекмейт». Благословение небожителей. Поздравляем вас! Сюда, 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 к нам, ближе, ближе, не бойтесь. Все, все сюда. Поздравляю вас, молодцы! Поздравляем, поздравляем вас! Спасибо! И вам тоже, поцелуйчиков! Первое место в номинации «Мини-экшен» «Деды из Шишки. Очень странные дела». Какие же вы молодцы! Поздравляем вас! Не забываем грамоту, пожалуйста. Пожалуйста, я здесь, я здесь! Всех будем ждать, да? Ок. Ладно, это звездная минута. Такое бывает раз? Сколько-то много времени. Еще раз аплодисменты ребятам. Выбор зрителей в номинации «Мини-экшен». Клуб похоронного бюро «Genshin Impact». Молодцы, поздравляю вас! Кому? Кому? Пожалуйста. Все идут, все идут, все молодцы. Аплодисменты, первое место, да, по мнению зрителей. Поздравляем еще раз. Рядом со мной никого нет, как вы думаете, почему? Потому что мы переходим к основному, самому главному, нашему награждению. В этот раз у нас была новая номинация про дефиле. Смотрели? Понравилось? Повторить? А вот и самые лучшие ребята, которые оценивали эту номинацию. И сейчас... Нет, давайте я начну немножечко с другого. Мы анонсировали эту номинацию, не знаю, во что мы вляпываемся.
не зная, что будет, это был наш тестовый такой, скажем, загон, когда мы сегодня посмотрели, мы сидели, смотрели номера, мы были на смотре, родилась такая мысль, что, блин, такие крутые номера, такие крутые видеопрезентации, почему у нас одно место? Мы сделали три места. К сожалению, главный приз мы не смогли, мы не стали распиливать, потому что, ну, обещали, мужик сказал, мужик сделал. Но, тем не менее, у нас есть три победителя в этой номинации. Это выбор жюри, выбор оргкомитета и выбор зрителей. Поэтому давайте мы с чего-нибудь начнем. С чего хотите начать? Жюри! Давайте, я тогда передаю слово нашему жюри, они сами вам все скажут. Начали с самого сладенького. Всем опять привет, я снова с вами. Нас стало меньше, но вот самые стойкие дожили до этого момента. Вот. И я хочу сказать огромное спасибо всему организаторскому составу, волонтерам, всем, кто сделал этот праздник. Ребят, давайте поаплодируем им. И отдельное спасибо хочу сказать за именно эту номинацию, потому что давно зрела такая... Это очень крутая идея, и это показывает просто степень вовлеченности косплеера в его дело. И очень здорово было наблюдать, как люди готовились, как рассказывали про свои костюмы, презентации, опять же. Не только выступления, а оценивать весь путь косплеера, проживать его жизнь. И я считаю, что эта номинация достойна крутого будущего. Я такая, подмигиваю. И... Я думаю, ребята тоже хотят что-нибудь хорошее сказать? Или мы перейдем сразу к сладенькому? Давайте, давайте. Я считаю, что это был хороший тост, можно выпить. Так, ребят, не будем, ну, не будем томить, да. Мне кажется, было сказано очень много хороших слов, поэтому барабанная дробь. Сейчас будет шок-контент просто, которого мы так долго ждали, и это... Эльдиас Торин Дубащит! Владислав у нас уже не молодой. Спасибо. Все трандуилы России оценили это. Спасибо большое. Присоединяюсь к поздравлениям. Потрясающий номер, потрясающая визитка, потрясающий костюм. Оно достойно. Да, можно остаться на сцене как один из главных победителей. Выбор зрителей. Выбор зрителей в номинации про дефиле. За тебя проголосовали Дори, мистер Тумнус. Нарнии, хроники Нарнии. Поздравляю! Давай к нам, скорее, хватай, все, хватай. Не забудь грамотку. Так, а я бегаю туда-сюда, потому что у меня есть еще выбор оргкомитета в номинации про дефилей. Достается он Джу, The Rose of Versalles. Поздравляем тебя. Человек хватается за голову. Что это значит? Джу, расскажи нам, что значит, когда ты хватаешься за голову? Я в шоке. Она в шоке. Мы все знаем теперь, что происходит, когда Джу хватается за голову. Спасибо большое. Победители про дефиле, можете остаться на сцене, потому что это еще не все. То есть для про дефиле уже все, конечно. Но у нас есть еще главные призы всего фестиваля. Гран-при и спецприз имени Кайтира Аори. Кто из вас помнит, кто из вас знает, что это за спецприз? Сейчас нам скажут. Ну, это достаточно грустная история. Нет, историю не надо. Скажи нам просто, за что его выдают. Приз Кайтира Аори выдают за самое большое количество прошедших заявок на фестиваль. И под шедших. Можно сколько угодно. А выиграть, как Кайтира Аори на фестивале все призы... Это еще нужно постараться. И сегодня у нас есть такой человек. 8 прошедших заявок. И победитель.
Джу! Это ты! Поздравляем тебя! Поздравляем, ты супер молодец! Человек этого фестиваля! И мы переходим к гран-при. Внимание, сюрприз, у нас их два. Гран-при за караоке. А сами Макфлай, дуэт Петра и Софьи. Поздравляем вас! Итак, есть еще одно гран-при. Да, конечно, оставайтесь на сцене, это ваши звездные часы. Гран-при всего фестиваля, всех номинаций на международном фестивале Anikon Christmas 2023 уходит в номинацию мини-экшен. Да, я зайчик! Зайчик! Надеюсь, ребята еще остались, надеюсь, они не расстроились после своей номинации и не убежали. Потому что это лучшее, что было сегодня на фестивале. Они бегут и рыдают. Они, спорим, не ожидали. Мы тянули до последнего, потому что... Ну, просто потому что они очень классные. Несмотря на какие-то заминки, несмотря на... Вообще, несмотря ни на что, они сделали этот фестиваль своим номером. Еще раз давайте поаплодируем им, они лучшие. Ребята, я вас поздравляю от всего сердца, от всей души. Спасибо вам за это. Теперь давайте еще раз поаплодируем всем нашим победителям, не только тем, кто стоит на этой сцене. Давайте вообще поаплодируем всем. Всем, кто сделал этот фестиваль, всем, кто был сегодня здесь с нами. Огромное спасибо. Если кто-то хочет, ребята, не расходитесь, если кто-то хочет общую фоточку на сцене, сейчас можно сюда подняться и сделать ее. Есть фотографы еще кто-то, или мы на свои будем снимать? Ребята, фотографы, подходите тоже сюда. Фото, видео, селфи. Поднимайтесь на сцену, не стесняйтесь. Давайте. Проходите, выстраивайтесь вот здесь. Это на долгую память мы запечатлим. Итак, кто еще будет снимать? Катан, ты с нами? Как тебе? Что? Расскажи нам, как тебе? Ты один подошел. Нет? Подошел и убежал. Стесняется, супер. Давай. Ребят, кто может, все садитесь, чтобы видно были ряды. Так, лисичку. Нам нужна лисичка. Сюда. Да, да, хватит там фоткаться. Давайте к нам фоткаться. Спасибо. Итак, готовы, ребята? Да! Фотографы готовы? Погнали! Еще не все. Давайте еще разочек. И все вместе! Анико! Так, сейчас еще раз просят. Еще, ребята, подготовились? И три, четыре. Анико! Все? Все же? Все? 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 Спасибо всем большое! Аккуратнее, аккуратнее. Спасибо и до встречи летом. Чуть позже я анонсирую
Чуть позже, через полчасика, анонсирую все даты. Но вы не плачьте. Еще раз всем большое спасибо и до свидания.